Округ с каждым годом становится все зеленее. Силами комбината по благоустройству в Химках появляются цветочные композиции, не имеющие аналогов и радующие горожан своей красотой и оригинальностью. Но, к сожалению, не все готовы оценить проделанную работу и наслаждаться красотой. Есть среди нас и нечистоплотные на руку граждане. Для каждой клумбы разрабатывается уникальный дизайн и подбираются индивидуально растения. И очень неприятен тот факт, что безответственные граждане нарушают целостность цветников. Выкапываются растения, и комбинат по благоустройству и озеленению вынужден выходить из графика посадок и восполнять потери. За последний месяц городских клумб в скверах Юность, Юбилейный, имени Рубцовой, цветников, расположенных возле памятников и просто с улиц городского округа, было украдено несколько тысяч растений. Это большая потеря для Химок, ведь возвращение клумбам первоначального вида стоит много сил и времени. Потери не всегда равнозначно возможно заменить. У цветов есть свой срок цветения. Они могут отцвести, либо не будет определенного количества растений, что изменит первоначально задуманную композицию. Высаживая цветы, комбинат по благоустройству надеется, что они будут целый сезон украшать городской округ и поднимать настроение жителей. И вандальные действия отдельных граждан удивляют и возмущают тех, кому приятен вид ухоженных цветников. А какое у меня отношение может быть, если я нормальный человек, и я люблю красоту? Мне это нравится. Я подойду, понюхаю, но я ни за что не сорву. Так нельзя. Наоборот, надо за природой смотреть надо, чтобы везде чисто, красиво было. Конечно, это неправильно. Как-то надо, во-первых, оценить труд человека, как бы, да? Вот. Но то, что делает, как бы украдут, это вообще неправильно. Не знаю даже. Озеленить и благоустроить городской округ – это только часть общего дела. Самое важное – сохранить красоту и опрятный вид улиц и скверов. Это станет возможно, если каждый житель Химок будет с уважением относиться к тому, что сделано для него, и с любовью к своему городскому округу. Люди, любуйтесь красотой, но не рвите. Не уничтожайте эту красоту. Алексей Житких, Анастасия Драй, Дмитрий Куликов, Константин Королев. Служба новостей.